Марго, пойдем повесим эти. Пойдем повесим. Вообще, да. Видишь, у меня там шрам такой еще. А ты сколько у тебя стаж идет? Молодец вообще. Белая садея выбивать. Он закончился, Юрий. Вообще. Даже хлебцы. Спокойной ночи, Никит. Надо випку идти за этим самым. Значит, может машинкой бороду сбить сразу же нахрен. Как думаешь? Оставить? Подбрить усы тут? Усы брить. А можно не сделать? Что-то растет? Здорово, ребятки. Илюк, сколько ты бабу берешь? Диджей, если что, здесь каждую неделю приходит барбер, который может тебя купить. Так он еще не будет дальше. Где? Ау. Не можешь ли я не видел? А если две недели не проходит, он еще не может пользоваться услугой. Валера, я считаю, что я не знаю. А что такое? Что, может, рыбы пойдем? Ух ты, здесь эфир. Вы там перед моим прямым эфиром не светитесь, ёбаный в рот. Все, все, все. На прямой эфир. Ты мне сразу сказал. А что, Никит? А где дама все? А который час сейчас, Влад? Что, блядь? Без 20 час. Угадал? Час. Час, ровно. Марго. Почта. Я приглашаю тебя на романтическое свидание, которое начинается прямо сейчас. Серьезно? Да, конечно. Я не готов сейчас. Люха, а где твоя дама в сердце? Я в эфире. А, ты в эфире? Нет, он не будет, он будет на жизнь оглядеться. Каждый пункт он будет проверять. А, просто делаю. Да, до свидания будет неожиданно появляться. Каждый пункт, когда ты пойдешь в кофе в постель, ты меня запьешь, я иду проверяю. Когда ты начинаешь делать комплименты, ты меня зовешь, я проверяю. Чтобы завтра. Ты что, не видела? У меня не было одного из пунктов, народ, я скажу их прямо сейчас. Я всех предупреждаю, что у меня идет прямой эфир, если что, поэтому какие-то темы лучше стоит не обсуждать. Угу. Марго. Хорошо? Да. Ты очень красивая. Нет, я хочу это завтра слышать, с утра. Ну ты хочешь. Нет, я не так нечестно, это должно быть с утра. Вообще, пункты, пошло, пункты. Спасибо за красивое. Вот Алипа, ты загнал. На завтра осталось всего 14. Минимум. Повтори меня. А почему тут Влад не принимает? Да вот он судья. Он вот дьявол тот самый, который... Я пришел. Он был в костюме дьявола, и он зачитывал мои желания. Нет, просто я изначально был судьей, который это все будет судить. Ну да. Поэтому... И просто он, типа, должен будет проверять. Да? Выполнение его... Илья, может, еще и Юльку заодно? Чего? Куда? Побреешь? Нельзя так. А почему не дома? Ты как-то приходила на
дать жестко в эфир. Ну да. Мне кажется, у нас тут есть дела. Небольшие. Факты. Давай сидели. Пойдем. Где Гранк? А мы собирались записаться. Да. Ну, не нравится. С Гранком и моим братьям. Нельзя же учили пока. Можно. Не, нельзя же. Вам же не показывали. Ну что, да, я чего-то что сделаю. Попробовать. Сегодня нет на ровно. Что такое? Что за дела? Ну, возможно, да нет, хотя. Да спасибо. А? Без понятия. У меня горло очень болит. Ну, я не знаю. Я говорю, я ночью сегодня вот поспала там, то ли. А, вы уже здесь? Ну, я, да. А, что ты вчера помнила? Да. Я уже... А ты жила в Питере? Что? В Питере? Да, да. Ты жила там или ты родилась там? Нет, я родилась в Омске, а там 4 года. 4 года назад я приехала. Питер? Угу. А родители тебе не хотят? Да. Периодически ты не заряжаешь? Угу, конечно. Пока вот так. Сколько лет? 15. Малышка. А второй не поздно. Да. Второй не поздно. Да. Машинка уже горячая. Я хотела поесть Илюшу на его, сухую. А Илюша даже не отложил мне. Я тебе отложила, пришел Ваня, ты была на свидании, я думал, что ты будешь кушать на свидании. И поэтому я дал Ване. Я же кушала только виноград. Там перелом трещины, но тоже надо. Бока делаешь? Аккуратно. Добро. С меня прочитается. Ты мою куртку сегодня мне Таня сделала на улице. Вот. Ну, для первого раза это не плохо, конечно. Но я буду переделать ее. Значит, у тебя нет ногу. Я хочу белую. Упаду. Да не, ну он нагрелся нормально, слушай, такая прям. Сейчас нет, брови не понимаю, ничего, зубы не понимаю. Thank you.
Да, понятное дело, я это понимаю прекрасно. Ну, реально, это в очках еще в таких противосморочные. Почисти, подожди. Давай, сейчас пойду почищу. А ее так подводить можно тоже аккуратно? Не-не-не, ее нельзя подводить, кто еще. Ребятки, я тут. Пойду скажу до этого. Можно пойду? Пожалуйста. Что, ребятки, что, кого? Так, сейчас там я посмотрю, что вы писали. Я просто попросили постричь меня, чувачи. Я, знаешь, я как-то... Так, сейчас я бокал. Угу. Так, вообще всех приветствую, кто зашел ко мне в прямой эфир. Кстати, у меня инста работает без VPN. Инста работает чисто, чисто на Wi-Fi. Я помню эту фразу в тот момент, когда ты говорил... Вот это с Владом, а потом пошел к ней расставлять все точки над «и», так сказать. Так, ладно, там диалог идет. Они смешно так все обсуждают, есть такое. Так. Мандазир, здоровченко. Виделись уже сегодня, так. Он работает там. Да, я работаю. Ну как работаю? Просто попросили постричь. Я же этот стилист, барбер. Мне было несложно постричь. Приветик. Четкие очки. Спасибо. Остановите кто-нибудь этого барбера по-братски. Иу. Чтобы вы понимали, сделать переход сложно. Очень сложно в плане без насадок. Очки огромные вообще. Я как будто слесарь. Все жалуются в маске. Вот, пожалуйста, я без маски прямой эфир веду. Азамат, салам алейкум. Чё ты, как ты, с кем ты, где ты? Так, теперь надо убраться. Работник. Слушай, Лодос, если что, я в эфире, скажи коротенько, что про что тема была. Я показал коротенько, показал, да? Я думаю, что мне написал, похоже, что поняла она вот такую фразу, которая там была написана, что клиника не тем сняла, да, хорошо. Такой моделый договор, как вызов. Понял. Так, салам алейкум, Азамат, ты что, где, что молчишь? Депутаты себе устраивают место опять, чиновники. Жи есть, ребята. Жи есть. Есть жи. Бор побрить надо, только козлиный растет. Ян, чё у тебя там? С Никитой. Хорошо. Мама? Ты так смеешь, как будто в последний раз. Что было? Подстригли. А где он? Что взяли? У этого. У Лёши. Тебя подстричь опять? Не, не надо. Я поеду подстригу. А ты не знаешь, куда я приду? Опа, поймал. Двойной удар, значит. Я думал, ты хочешь разорвать и кинуть гранату. А, нет, ты что? Я сейчас... Если я кину гранату, то все полетят. Чё, ребятки, рассказывайте, как у вас дела, что у вас нового вообще? Ну, кстати, реально, прямой эфир, вообще инста работает. А чё, он, короче, без VPN. Насадку не забрал, да? Микки Маус! Понял. Сразу бы смекнул.
Прости, гад. Микки Маус говорит. Калимак, ты про кого это говоришь? Ты что, сейчас в лес пойдешь? Да, я думаю, сходить. Пойдешь? Как дела уже, не знаю, мне все хорошо. Погнали, что прям, на минутки на две. Так, ладно, ребят, короче, помчал я.